А по весне они вернулись. Всем здрасте. Рад приветствовать вас на канале «Другая жизнь». Вернулись мы на поля, которые были, ну, в пашне уселась под снегом. И обалдели. Часть этих полей баранены. Позвонили знакомым. Ну, кто все это делает? Естественно, засевка еще вроде как рано. Они вроде как рано, в смысле, просто разбронили. Непонятно, правда, зачем, почему сразу не сеют. Ну ладно, главное, не засеяно, и слава богу. Грех по ним сейчас не походить-то. Сейчас еще неделя-две и все. А по засевам сами не ходим и вам не советуем. Смысл культуру портить. Вот, так-то ничего критического. Ладно. Короче, пока мы здесь. Сейчас посмотрим, что там нам дадут. Значит, смотрите. Первый вопрос вызывает вот этот холм. Первый. Второй вопрос. Низина, потому что стаскивала. Третий, дальше пашня, которая уходит вдоль реки. То есть там вдоль реки ходили. Первая находка — обломок перстака. Ну, здесь обломков дофига. Ну это-то да. Обломков проволоки, обломков. У меня тут пачек, еще какая-то обломок, но он совершенно. Сейчас попробую снять, но что было изображено, непонятно. Вот. Что-то было. Крупный, кстати, перстень мужской, походу. Снег пошел. Такой ровный-ровный. Ветра нету. Находочка. Без камушка. Жалко. Обычно вот такое красивенькое, целенькое, старенькое. Маленькое-маленькое, я не знаю. Даже на мой медведь. Да не налезет, конечно, такое малепусенькое. Целое. Хорошо. Смотрите, пушок прилетел. Класс. Обалдеть. Вот так и ищем. Сохран здесь, конечно, жесть, да? Хотя нет, смотри-ка. Она, конечно, затертая. Ну почему чернила, я понять не могу. Она... Сложный грунт. Во, валит-то. И ветра нет, поэтому валить будет долго. Чернит страшно. Эх, печалька. Сейчас, короче, достали верх килевичка. И вот такая вот. Пипец здесь орёт. Печаль. Смотрите. Еле-еле вызванивает. Половинка лунницы. К сожалению, убитая. Где фокус? Эх, жаль. Ну да ладно. Половинка креста, половина лунницы. Половин... Походу она крестовая была. Может быть, не знаю. Забираем. Снег продолжается, но уже стих. Первая чешуйка. Ну, это Петры. Скорее всего, не вижу. Скорее всего, Петры. Продолжаем разговор. Сдвинулись на одно поле в сторону. Там я еще нашел двушку 73-го года. Не стал снимать, опять под сугробчики попали. Вот такую, только я не пойму, какой стороной. Подожди. Мне кажется, что вот так. Ага, сейчас попробуем. Такая вот находочка интересная. Звенела черти как. Ну, это как обычно. Оп, кончился. Дубль два. Вот такая чешуйка. Непонятно, что написано, потом будем разбираться. Мелко очень. Под микроскопом. Ну да. И снова у нас чешуйка. Лысая-лысая. Но пойдет. Вот как-то так.
всегда меня прикалывало вот это наслоение эпох. Только что чешуя была. Совет 36-го года. Что за птица? Сейчас. Вот, интересно, что за птица. Да посмотреть. То солнце, то снег. И вот так меняется все периодически. Буковка гирька симпатичная выпрыгнула. Что хотел интересное показать. Видите, бобры дерево повалили. Подойду, покажу. Вон, видите, да? Нифига себе они лазят. Река внизу, склон крутой. Вот что их наверх сюда потащило? Может мне кто-нибудь рассказать? И вон еще одно такое же валяется. Делать вот им нечего. Внизу деревьев полно. О, видите, опять посыпал. Посматриваем лиловым глазом на ту сторону дороги, на то поле надо походить. Что там было, бог его знает. Ни разу не ходили, а сейчас же барана, кайф. Так, у Любы был щитовичок. Так, а еще у нас вот следующая чешуенька. В общем, царь великий Иван. Но это... Оп! Сейчас покажу. Это с сабелькой. Всадник с сабелькой. Опять снег пошел. Жалко, его погнуло недавно. Ишь. Крестик с трещинкой, что ли? Ну, я думаю, что нет, не трещинка, но этот села. Сейчас покажу. Патина слетела. Ишь, сколота да, патина. Аккуратно, может быть, и это вот такой вот целенький. А, ветерок под вечер-то. И снежок. И снежок. Ну, сегодня снежока видели? Хреновину какую. Крокозябру еще нашли. Я не знаю, что это. Ну, это осколок чего-то старого. А чего? Здесь эпоха до Грозного попадается, поэтому... А там всякие штуковины были загадочные. Большое количество. Следующая находочка. Чешуя Грозного, крупная. Ребят, приехали. Если будете смотреть, вам привет. Потеряла. Ну ты далеко-то не ходил никуда. Так. А мы в какую сторону шли-то? О! Сюда. Опять. У меня сигнал, я его поднял. Сейчас найдем. Трясогузки опять прибежали. Ну конечно, с червей вот как. Да они и сами по себе. Пошла. Ну что, други, подруги, не зря мы сегодня ходили. Оп! Вот ради такого целый день и ходишь. Смотрите, какой красавец. Георгий Победоносец. Век 13-й, наверное, где-то. Ну, я, конечно, не историк, не знаю. Ну, как это называется? Это не специалист по меднолиту и прочему. Ну, примерно тех времен. Обалдеть! Ну что, ребят, сейчас вообще бомба. Выскочила еще одна. Оп! Штурвальчик серебряный. Ушко сломанное, но целый. Охренеть! Ай, да вот, блин, конечно, ходим сейчас отдыхаем после зимних лесов. Еще солнце вылезло. После зимних лесов, после зимних этих всех снегов. Егерь сейчас подъезжал. Еще раз, конечно, переспросили, я говорю, не сеяли. Он говорит, да не переживайте, не сеяли. Вот.
ездят, контролируют. Охота закрыта в связи, сами знаете, с чем. Так, мы еще походим. Так, все находки тут. Внизу ничего нет. Опять зачетик. Целенький. Еще красавчик. Красавчик. Маленький-маленький. Смотрите какой. Сейчас покажу. Фокус. Все. Ветры сгинули злы. О, какой. Тепло стало. Шик. В охране. Слушайте, как птички поют. Красота. Белые мухи прекратились, вылезло солнце. Птички запели. Пора уезжать. Уже ходим-бродим. Столько что вынул копейку, по-моему, 26-го, что ли, года. Или что-то типа того. Империю. Ой, империю, советскую. И следом... Оп. Михаил Федорович. Собственной персоной чешуечка. Тарахтюн стоит, тарахтит. Мы к нему подошли. Сигнал. Кто-то из нее сделал в свое время. Ну, вы поняли, видите дырочка? Это крестовая копейка. С одной стороны она затерта, практически ничего не видно. Всадничек, в принципе, читается. День второй. Солнечный. Вчера вот там ходили. Сегодня решили тут походить. Видите холмина? Вот сейчас мы на нее слазим. Медная монета. 15-й, что ли? Медная монетка в окислах. Вот такая толстенькая. Вот, идем сейчас на холм, короче говоря. Выскочил очаровательный лепесточек. Сейчас свет найдем. Опа, с эмальками. Вообще нифига не вижу, что снимаю. Отсвечивать, вот такой красавец. Да, в общем, сохран вполне. Хорош, хорош. Правда, ее это. Короче, рядом с крестиком. Сильно покорежила жизнь. Сегодня гнутые монеты попадаются. Такая Николашка. Это все. Ладно, хабарницу. В общем, она никакая. Хабарницу ее. Хабарницу. Елочка красиво смотрится. На солнышке такой. С небом. Замечательно. Так, у меня николаевский формат. Год. Хрен его знает, какой год. Чуть не могу я прочитать. Ай, забирай. Вот, обходим уже поле кругом. Только рандомные находки, больше никакие. То есть, ну, никакой логики я не прослеживаю здесь, как там. Вот. Еще один двояк. Тоже непонятно какого года. К машине подойдем, будем думать. Так, говорят, чешуйка. А посмотрим, что такое. О. Этот в шлеме. Что, в шлеме? А, это сабельник. Сабельник.
Ладно, убираем. Ха. Вчера, после того, как образок подняли с Георгием Победоносцем, ну, в этом же видео, видели вы его, конечно же. Вечером лежал, рассуждал. Думаю, надо Никиту Бесогон поднять. Подняли. Сейчас покажу. Только в таком виде. Я их не, ну, как бы, что-то как-то мне они не попадались. Ну, походу он, смотрите. Малипуся какая. Ну, скорее всего, это он, видите, замахивается. Если что, он размером, ну, видите, чуть больше кнопки на ятраке. Классный. Очень интересно бывает. Вот обочина, да, обычно обочина поля между дороги, между дорогой и полем. Обычно засрано пробками, бутылками, сами же знаете, люди как бы свиньи. Ну это да, люди свиньи, как бы вон, кидают все. Но иногда, да, не, какой-то есть рисуночек. Видите, какое колечко малипусинка. Просто малипусинка. Я не знаю, ты на какой палец-то? На кость? Без пальца, ой, без кожи, столько натянуть. Что-то нарисовано. Такое оно очень замученное.